Здравствуйте. Я переселенка в Донецкой области. Жила до войны в Бахмуте. Снимала квартиру. Началась война, и мы жили в Бахмуте с дочкой. Я мать-одиночка. Очень было страшно ложиться спать. Переживала за ребенка. Ребенок постоянно просыпался под все выбухи. Моей дочке 2 года. Ее зовут Даша. Жить очень тяжело. Мы переехали сейчас в Полтавскую область. В город Гребенка. Живем тут, снимаем квартиру. Квартиры очень дорогие. Очень подняли коммунальные. Идет зима. Платить нечем. Очень были бы рады, если бы вы нам помогли. Гуманитарной помощи таковой нету. Очень бы хотелось, чтобы побыстрее бы закончилась война всем мира. И никто никогда в жизни не думал, что самое страшное в жизни — это война. И что мы будем жить при войне. Спасибо. До свидания.